Всем привет, с вами Андрей Сонар. Только-только отгремели новогодние праздники. Напарникам я говорю, поехали на рыбалку. Они, ой, мы котики, у нас лапки. В общем, на рыбалку ехать не хотят. Честно говоря, и мне ехать куда-то не сильно хочется. Но все-таки рыбалка вещь такая, что без нее никак. Поэтому иду на ближайший пруд смотреть, что там творится с рыбой. Набор. Набор удочек. Коробка с приманками. Ха-ха-ха, это не лодка. Это надувные рыболовные сани «Окунь» от Time Trial. И сейчас я расскажу про них подробнее. Они заслуживают этого. Чем хороши надувные сани? Тем, что их можно легко брать с собой в рюкзачке вот для таких пеших рыбалок. Но раз сани надувные, значит, их нужно надуть. И для этого у меня есть вот такой маленький и легенький 200-граммовый интексовский насос Airhammer. Давайте запустим секундомер и посмотрим, за сколько я накачаю эти санки. Вот, погнали. Время пошло. Одна минута 40 секунд было. Вот так, санки докачиваются маленьким насосом Airhammer за 1 минуту 40 секунд. Теперь давайте я расскажу о санях Окунь, чем они хороши, чем они уникальны. Как видно, их конструкция довольно необычная. Сани состоят из U-образного баллона, к которому приделан вот такой очень хитрый надувной пуфик. Если посмотреть снизу, то пуфик не касается поверхности, по которой санки едут. Это сделано для того, чтобы он не мешал их гладкому, хорошему, плавному ходу. Вот здесь сделано весьма продуманное соединение, которое обеспечивает вертикальный ход этого пуфика при воздействии на него определенного веса. То есть, когда рыболов садится на этот пуфик, то этот пуфик уходит вниз и упирается нижней своей частью на ледовое покрытие, обеспечивая при этом очень хорошую устойчивость данной табуреточки. Большая высота, сидеть удобно, хорошо, тепло, мягко. Поэтому это очень хорошее продвинутое решение. Вес саней около 4 килограммов, может быть немножко меньше. Одно из важнейших свойств этих саней является их плавучесть. Например, на первом льду, на последнем льду они могут очень хорошо выручить, если вы попадете в сложную ситуацию и, например, провалитесь под лед. Это, конечно, не полноценная лодка, но в критических условиях они выдерживают вес человека и могут спасти жизнь. Снизу сани защищены саночным профилем, поэтому им не страшен острый лед, какие-то торосы, перетаскивание по асфальту, по кустам. Это все они прекрасно выдерживают. Поплавочка молчит. Перешел с блеснилки на мармулетницу с безмотылкой, точнее с искусственным мотылем, тоже молчит. В общем, рыбы нет. Рыбаки тут тоже были, у них тоже у одного пара ротанчиков, но это не наш профиль. Вот, как видно, сижу я на удобной табуреточке саночек Окунь. Сидеть хорошо, удобно, высоко. Рыба не ловится, вечер надвигается, так что скоро пойду домой. К сожалению, и эта рыбалка пролетная, но я и не сомневался. Пойду домой играть в пропилки. А вот саночками Окунь я очень-очень доволен. Сидеть хорошо, высоко, удобно. В санках отлично размещаются вещи.
И потом я как-нибудь покажу, как их сворачивать, чтобы применять их в качестве рюкзака.